Привет всем! И сегодня я вам буду рассказывать о обновлении Minecraft Pocket Edition на Android устройство и не только, там вышло также на iOS и... Да, только на iOS и Android. Если я не ошибаюсь. Итак, создадим новый мир. Пусть он будет называться там по-любому. Итак, и введем любой сид шару. О, сейчас видно довольно плохо, но сейчас вроде должно быть получше. Создается мир, а также он создается дольше, чем в предыдущих версиях, потому что, скорее всего, из-за того, что он теперь не будет тормозить при генерации, и он генерирует полностью его, а не как вот в прошлый раз там он генерировался потихоньку, там, все несколько чанков, и где-то 10 генерировались постепенно сами, сохраняя чанки. И сейчас должен вот создался мир. Так, много очень деревьев, это очень хорошо. Сейчас прибавлю звук, чтобы было все хорошо слышно. Итак, я уже упал. Итак, давайте добудем немножечко дерева. Также хочу сказать, что в этом обновлении добавлен был крафт, наконец-то. В предыдущих обновлениях не было его из-за... Ну, наверное, из-за того, что не было идей для нормального интерфейса. И они придумали это, наверное, где-то через... месяц после предпоследнего обновления. Это обновление под названием 0.3.0 альфа. Так. Добавлю. Итак, почти добыл дерево. Теперь я расскажу об интерфейсе крафтинга. Он выглядит достаточно прикольно, точнее, достаточно красиво. Из стволов мы делаем доски, как всегда. Так, сейчас. Сейчас я включу свет, чтобы было сильнее. Итак, вот так вот. Должно быть лучше. Гораздо. Вот. Мы сделали доски, теперь мы должны сделать верстак, как в обычном Майнкрафте. Я сделал два верстака. Итак, теперь мы делаем палки. Сейчас я специально для вас включу USB кабель. Итак. Также это будет как первый парт моего летсплея. Я буду делать летсплей, и скоро появится второй. Пожалуй, мне достаточно будет топора и кирпи. Теперь нужно найти уголь. Нам очень сильно повезло, поэтому можно не париться. С
сожалению, в этом обновлении нету железных инструментов, я хотел сказать еще что-то. И алмазов, соответственно, нет тоже, потому что нет печи. А если нет печи, то, соответственно, никакой переплавки быть не может. Итак, поставлю сюда сундук. Это будет как наше первое убежище. Итак, сейчас. Где-то тут вот они были. Нам нужны палки. Палки. Итак, вот инструменты. Кирка, меч. Ну и сейчас. Ну, подожду, пока не добуду. Уголь додобудем потом. Пока сделаем временное убежище. Также в этом обновлении дверь крафтится из 4 досок, и соответственно это делает портативным крафт двери. Уголь сейчас я добуду. Где же это вот делаем факела? Наше убежище готово. Последнее, что я скажу, в этом обновлении мы имеем 3 бесконечных блока в инвентаре. Я должен был это сказать в начале видео, потому что нет печки и решили не вырезать кирпичи с ножницами. Ну, на этом я, наверное, заканчиваю. Уже наступает ночь. Сейчас вы это увидите. Сейчас. Ну, как вы уже замечаете, ночь почти наступила. Я заканчиваю на этом свой туториал. Я буду создавать новые. Так что подписывайтесь на канал. Видите еще много видео. Мой канал еще молодой. Пока.